Теодор! Класс. Сразу на второй этаж. Идти можешь? Ой. Я в порядке. Тогда вылезаем наверх. Хорошо. Блин. А там столько сундучков было. Давай, группировка. Перекрестный удар. Суккуб. Отлично. Сдохнет? Нет, жива еще. Не, сдохла. Нет, давай просто атаку. Летучая мышь. Белая магия. Лечениус. На все цели. А то сейчас скоро сдохнем. Они только высасывают. Прекрасно. Я думаю, мы успеем провести атаку до того, как закончится жизнь. 103. Мало. Урон слабенький. Ну, это все ребенок. Что от него хотите-то? Теодор, новый уровень. Группирование, перекрестный удар, повышение. Давайте сразу, наверное, подлечимся. Используем зелье. Хорошо. Давай, наверное, сначала сюда. Тут, наверное, есть сундук. Да. Молчащий колокол. О как. Молчащий колокол. Нам надо бы на первый этаж бы выбраться. Там есть сундуки. Игласвин. Мимо. Хорошо. 105. Противники не очень. Но тут одному не справиться, только надо вдвоем. Ну и давайте, наверное, группово проведем удар. Будем повышать его. Тысяча 600. Неплохо. Отличненько. Только надо нам Теодора подлечить. А то ему сейчас досталось в бою с этими гоблинами. Кстати, интересно, у нас заканчивается мана. Может быть, нам воспользоваться сухим эфиром? Хотя нет, он дает 150. 150. Нет, пока поэкономим. Пока поэкономим. До босса еще, наверное, далековато, я надеюсь. Давай пока сюда. Тут есть сундук? Ну, какой-то тайный проход был. Куда мы пришли?
Ага, тут сундучки есть. Адамантит! Серьезно? И что мне с ним делать? Оказывается, группового дарта без маны не работает. Надо, чтобы у обоих была мана, блин. Снарядить мифриловые перчаточки. Сила ниже, атака ниже, уклонение ниже, дает только защиту выше. Блин, что-нибудь полезное бы дали. Во, вот для него как раз, для Теодора самое то. Замечательно. Но меня все-таки смущает тот факт, что нет маны для Кейна. Тут есть сундуки? Ага. Либо сюда, либо туда. Серьезно? Привет. Вы что же, с моста упали? Вот беда. Прямо будет выход из пещеры, но вот в город вы до того времени не попадете. Прежде чем сохранить игру по дороге, подумайте. Кстати, никакое снаряжение вам не нужно? Ха. Ну, если у тебя есть эфир, то я бы взял бы. Но судя по тому, что у тебя нет эфира... то я не вижу смысла что-то брать. Мне нужен эфир. Первый Феникс. Слишком как-то дешево. Давай возьмем еще до пятерки. Мини. Ну и так, в принципе, сойдет. Палатки хватает. Давайте тогда сохранимся здесь. Поставим палатку, выспимся. Отличненько. Продолжаем. Значит, у нас там будет выход в город. Поэтому мы сюда тогда не идем. Ну что, нам потребуется трава эхо. Вот, замечательно. Сундук есть? Блин, зря бежал. А вот там сундуки как раз есть. Есть предмет. Противоядие. Неплохо. Но я бегу за сундучками. Там есть сундучки. Надеюсь, там что-то есть полезное. А там, по-моему, только всё же один сундук. Может быть, и будет и больше. Перо Феникса. Ну, в принципе, неплохо. О, перекрестный удар повысили. Ну, есть сундук. Снадобье. Серьезно? Ради снадобья сюда бежал? Блин, обидно как. Жаль, не спрыгнешь. Ну, я предлагаю нам опять же добежать до сохраняшки, поставить палатку, сохраниться. Возможно, что-нибудь мы... все-таки прикупим, а потом уже выходить. Плюс сейчас полнолуние. О-о-о-о. Перекрестный, давай на катши. Тут только перекрестным ударом, иначе тут противники сложные. Следующий пойдет на своем маг. К, с-
сожалению, мана тратится у обоих. С одной стороны, это правильно, с другой стороны, блин, у Капюшонова маны-то мало. Ой, у Тадара мало здоровья. Мозгодёр. Вот его надо первым делом мочить сейчас. Неплохо. Не успели. Не успели, и Теодор у меня лег. Ну, используем предмет перо Феникса. Теодор нас начал поднять. Нет, он его не поднимает, поэтому будем его просто убивать. Отлично, ушел. Рог единорога. Капюшоновый новый уровень получил. Предмет перо Феникса. Теперь давай магию. Да, вот Теодор, конечно, слабенький у нас. Его надо прокачивать. Хотя бы 1000 здоровья ему. О, Теодор новый уровень, молодец, красавчик. Ну да, посмотрим, что его можно еще раз купить. Сейчас потрачу одну палатку, так что пусть будет 5. Колотушка. Трава эхо. Ну вот трава эхо нам потребуется. А что я взял-то? Блин, я перо Феникса взял вместо палатки. 3 палатки берем. Осколок бомбы не нужен, ветер не нужен, гнев Зевса не нужен, гномий хлеб... тоже не нужен. Продавать я ничего не буду. Все, отдыхаем. Отлично, у нас теперь убывающая луна и наши физические атаки, они усилены. Ну что, выходим. Это у нас минус 2 этаж, туманная пещера. Ага. Ну я предлагаю пойти на левую часть. Ну тут только перекрестный удар. Адская черепаха. Пол здоровья сразу снесла. Почти 2000, она сдохла. Замечательно. Надо лечить. Надо лечить. Пол здоровья, блин, снесла. Ничего себе. Вот это вот черепашка. Не очень удобный противник. Суперзелье. Дом. Мне бы, блин, эфир найти бы. Вот это было бы сейчас здорово. Блин, ничего нет. Блин, у кого нет сундучка никакого больше. А что у нас здесь за выход? О, отлично. Все-таки правильно, что туда пошел.